Всем привет! Сегодня у нас вот три посылочки вот такие. Доставила мне их сегодня новая почта. Это все три посылки с GearBest. Я очень сильно удивился, потому что доставка заняла 12 дней с момента отправки. То есть сегодня у нас 25-е, по-моему. Да, точно 25-е. Я заказывал это все 12-13 числа. То есть это 13-12 дней. Вот, тем не менее, очень быстро все прилетело. Ну, давайте посмотрим, что это. Здесь Litocala 500-я должна быть. Я купил себе сотку, 200-ку. Теперь у меня есть еще и 500-ка. Сейчас давайте все по очереди распакуем и посмотрим. И кратенько расскажу. Это полотенце для спорта. То есть такое влаговпитывающее полотенце. Покупал его по акции, не помню за сколько. В описании будет ссылочка на него. Все акции есть в Телеграме, то есть если вы хотите посмотреть, вот сколько я купил, можете зайти в Телеграм-группу и по названию, такой квест вам задам, по названию этого полотенца найти акцию, которая была. То есть все акции я прежде публикую в канале, а потом уже сам покупаю. Карточка 128 гигабайт. Я покупал для планшета Chewy Hi 10 Pro, ой, плюс версию. Ее я не буду вскрывать, я ее приду дома, уже сразу вскрою, вставлю в планшет. И тесты скорости мы посмотрим уже, когда будет обзор на планшет. Я хочу с ним 2 недельки поиграть и составить свое мнение и составить уже обзорчик на планшет. Вот, поэтому карточку мы сразу отложим. И давайте посмотрим последнее, это... Litocala 500 должна быть. 15, по-моему, долларов я ее покупал. Она должна идти с зарядкой для розетки и с зарядкой для автомобиля. Вот так это выглядит. Серая коробка. Обычно у Litocala желтая коробка. Сейчас давайте для сравнения я покажу. Вот у меня сотая версия. Коробку я уже где-то выкинул. Ну, она у меня хранится вот в таком пакетике, в котором комплектно они идут. Вот 202-я, то есть такая, точно такая коробка была и на сотке. Вот, желтого цвета. То есть 200-ка, 202-я у меня есть. Соточка, 202-я. Борт пришла буквально на днях. Вот, и теперь есть 500-ка. Давайте посмотрим на нее. Так, идет инструкция. На английском языке. Далее, зарядочка такая, не длинная, тянущаяся для автомобиля. То есть можно в автомобиле заправлять, заряжать батарейки. Далее, зарядочка обычная, с европейской вилкой. Сделано все качественно, провод вроде тоже качественный, толстый такой. Вот, и сама зарядка дополнительно замотана, чтобы не болтаться в такой коробке. Она большая такая, намного больше, чем моя старая зарядка, которой я сейчас пользуюсь. Вот. Ну, давайте попробуем ее сразу подключим и попробуем, посмотрим, что она нам будет показывать. Вот, сразу при включении пишет 0, просто что у нас нету здесь ни батареи, ничего, так ярко светит. Ну и давайте вставим в батарейки, посмотрим, что он будет писать. Это у нас НЛУ батарейки. Давайте вот так в разные вставим, чтобы было понятно. Вот, насколько я понимаю, тут не будет по каждой по отдельности и нужно переключать. Вот, чтобы понять, какой насколько заряжен. Так, и давайте вставим 2 18650. Вольта погнала. 4.07. В общем, заряжает, курит 500 миллиампер, 2, теперь можно поклацать.
сколько чего зарядило, то есть 0,6 пошли индикации. 1,33 этот заряжается, это 4,16, 1,37 вольта и 4,16. Ну и показывает, сколько залило в них миллиампер часов. Батарейки у меня все заряжены почти полностью, поэтому смысла ждать, проверять, сколько в них заряда осталось, нету. Но я обязательно проверю, когда они разрядятся, проверю их как бы так. Дальше, и давайте теперь отложим это и закончим с нашим полотенцем. Полотенце такое тонкое. Ну, очень приятное на ощупь. Давайте сейчас переедем немного. Вот, выглядит так интересно, и оно очень приятное на ощупь. Метр в длину и сколько там, сантиметров 20 в ширину, тянется. Очень интересно, очень мягкая, прикольная. Вот. Ну, на этом у нас все на сегодня. Всего 3 посылки было. Сейчас еще идет очень много посылок, которые я купил на GearBest по акциям. Следите, можете за нашими акциями в Telegram-группе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь в группу Telegram, чтобы получать первыми и знать о всяких распродажах и скидках. До новых встреч и удачных покупок!